берег. Грязь, соль. Качелька. Там еще гамак. Да, такая минимальная инфраструктура. Туалеты вдали. Такие почти цивилизованные. Деревенские. Что, идем? Есть душ? Да. Где? А, ну там, да, наверное, предоставляют услугу душа. Потихонечку цивилизация подбирается. Скоро сделают и здесь платным, как на Лемурийском. А вон ванночка впереди. Глубоко там, да? Ну, девочка, видишь, там сразу стоит, и ее сразу пошли. О, ванночку соединили с озером, да? В прошлом году сюда был прокопан проход, а теперь, или это вода поднялась так? Тут был в виде ванночки с таким канальчиком, а сейчас прямой выход в озеро. Какой красивый безграничный розовый силаж. Вообще бомба. Так, ну что, вперед. Давай, Вада. Бомбочкой прыгай. Давай. Все, Вада накупалась. На меня снимешь, Вада. Так. Торпеда пошла всего. Пробуй встать. А, да, тут не глубоко. Круто. Водичка только такая прохладненькая, как. Ну не горячая, как в море. И уносит сразу. Всем, кто хочет сюда приехать дикарем, нужно с собой вот такой атрибут. Водичку набираем. Можно в душ пойти. Далековато идти. Не проблема, водичка облиться. Да, нормально? Нормально. Да, кстати, у меня лично в паху начал очень жечь. Минут 15 посидел. Поэтому долго сидеть в водичке нельзя. А тут водичка. Но здесь мелкая. Чуть выше щиколотки люди ложатся, дрейфуют свободно. О, на сапе кто-то плавает, круто. Пойдем еще пробуем на качельку попасть, там очередь такая, чтобы занимать. Что, Вада, нормально уже? Не печет? Нет. Отлично. Мама, черный грех. Солнышко приближается к горизонту. Огненные такие лучи вниз идут. Тихо, спокойно, можно еще поплавать. Мои уже обмылись. Душ, кстати, 20 гривен стоит. Аня, сколько по времени душ? Просто 20 гривен, да? И моешься. Пока не смоешься. Каждый по-разному смывается. Крылатая качеля. На закате. Да, такой закат у нас интересный. Красота. Сначала солнце спряталось, а теперь опять вышло.